принципе, просвет там есть, правда, маленький. То есть диаметр там уменьшился в два раза. Но она заварилась, эта часть. Диаметр, если видно, в два раза. Подровнял, зажал плоскогубцами и потом наложил. Ну, пропускная способность стала меньше. Поэтому сделаем сейчас по-другому. В 195 мы сделали герметичность, теперь накладываем 192 сверху, потому что трубка чуть-чуть шире у нас. Если наоборот, сначала 192, потом 195, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что 192 он пористый, он плохо прилипает к поверхности. Плохая смачивается у него, потому что он более густой, им дырки хорошо заделывать. Поэтому сначала 195 обрабатываем, чтобы все растеклось хорошо, а потом докладываем 192 более густым припоем. Ну, сейчас будем проверять на герметичность. Это более надежно, естественно, чем то предыдущее, которое я делал, чем вот это предыдущее. Ну, то есть разница, да, в пропуске значительная. То есть здесь идеальное пропускание теперь будет. А здесь оно у нас было заужено в два раза. Потому что разрез здесь у нас был, вернее, прошоркалась трубка на 1/3 фактически. Я ее поджал, заполнил, но пропускная способность не поменялась. Здесь теперь при таком варианте ремонта, конечно, гораздо лучше все будет. Ну, всем понятно. Конечно, естественно, проще зашлифовать и заложить, заварить такую трубочку с прошорканностью, потому что здесь сложнее, здесь пришлось мне обтачивать круг, пришлось вот эти концы подготавливать, трубку внутри тоже, трубку шлифовать маленько в местах контакта, чтобы все заварилось. Но самое трудное здесь вот неудобно отшлифовывать вот эти вот концы, потому что фреза туда не пролазит, приходится вертеть этот весь радиатор туда-сюда, чтобы полностью отшлифовать все концы вот этих трубок. Это очень неудобно. Но ничего не поделаешь. И смотрим теперь, как у нас заварилось. Вроде бы порядок, что радует. В баллоне примерно сейчас 5-6 атмосфер. 5-6 атмосфер держит. Так, соединение у меня вот такое вот. То есть я заткнул, сделал вставишь. Вот дырку эту заткнул резинкой под гайку. Здесь у меня патрубок для заправки. Багдаде сейчас спокойно, уже фраза не актуальна. Там очень неспокойно. У нас в радиаторе все более-менее. Вот самый лучший способ, это вот каким пользуются, собственно, газовщики. Это мыльным раствором или раствором с ферри. Проверяем все соединения. Лучше способа нету. Все эти электронные вонючки, эти носы, они действительно вонючки. Они реагируют на все. Лучше способа, чем мыльный раствор, еще человечество не придумало. Так, а вот нашлась микродырочка. Вот она. Прямо здесь торца трубки. То ли она прогнила, то ли что. Сейчас побрызгаю, будет видно. Вот она, видите?
маленькая. Видно, не видно, но пузырится, пенка идет. То есть небольшая такая белая пенка получается. И вот вторая. В общем, образуется пена такого плана. Здесь вот, вот видно, пена, пена. Здесь, в общем, микродырка. И здесь, где пена, микродырка. Сейчас будем заваривать. Прогреваем ту часть, которая ближе к стенке, потому что она не выходит, здесь тепло вот в эту часть уходит сильно. Поэтому греем здесь, а сама она здесь автоматически прогреется. Некрасиво получилось из-за того, что я не могу вот этой горелкой прогреть здесь вот эту часть. Потому что сильно отводит тепло, и в радиатор, в сот радиатора сразу это тепло. Я здесь грею, она сразу уходит в трубу, и труба сразу вот эта большая отдает тепло сразу всему радиатору. То есть вот этой маленькой горелкой очень трудно прогреть вот такие близкие места. Поэтому накладывал 192 сверху, чтобы сильно не перегреть вот эту, и дырка не получилась. Сварщики это поймут меня, что маленькой горелкой прогреть такую теплоотдачу радиатора очень тяжело в этом месте. Тепло уходило сразу в весь радиатор. Пустили газ, смотрим. Пузырится. Так, в каком месте теперь? Там нижняя трубка вся сгнила, ее приварить не смог, вот Игорь доделывает. Меняем полностью трубочку, которая коррозировала. То есть трубка прогнила в этом месте, я ее не смог приварить маленькой горелкой. Игорь варит аргоном. Игорь, какой топ у тебя сейчас на аргоне? 4. Игорь, это у нас самый лучший сварщик в Омске, в Омской области. 10 лет кондиционерами занимаюсь, лучше еще не видел, честно скажу, чтобы так варили. Да, Игорь? Ну да. Нет, правда, без хвастовства. Чисто опыт и талант. Правильно, друг? Да, конечно. Опыт и талант. Все, Игорь? Да. Аппаратом вот этим, сварогом. Сварог
315.